Приветствую, друзья. У нас у каждого есть вопросы, которые обычным путем мы решить не можем, но они нас волнуют. Вебинар как раз-таки посвящен этому. Как же решать эти вопросы? Они могут быть самые разные. Вот мне там написали в личке, а это можно такой вопрос решить, как остановить землетрясение или наводнение. Да, любые вопросы, которые вас волнуют, если это действительно вас волнует, потому что, используя алгоритмы, которые я даю, и новый прием, который обязательно будет на этом новом вебинаре, голова лучше работает. Голова лучше работает, и если вас волнует какой-то вопрос, вы, конечно, если вы заняты его решением, то вы его лучше решаете, чем когда голова плохо работает. Правда же? Да, поэтому вы научитесь на этом вебинаре получать у себя состояние Творца, когда снимаются все ограничения, выходите на состояние контакта с вечностью, да, который вам подсказывает, как лучше этот вопрос решить. Любой вопрос, от бытового вопроса до самого сложного. Да, пожалуйста, друзья, любой вопрос, который обычным путем решить не можете, без помощи включения состояния Творца.